Это было зимой на просторах Аляски, когда молодой фотограф. Джейк решил сделать съемку ледников. Он был увлечен своей работой и мечтал запечатлеть красоту природы во всех ее проявлениях. Джейк был профессионалом и уже успел сделать много потрясающих фотографий, но этот день оказался особенным. Все началось с того, что Джейк решил использовать беспилотник для съемки с воздуха. Это дало ему возможность получить уникальные ракурсы и показать ледники Аляски совсем с другой стороны. Он запустил беспилотник и смотрел на экран трансляции, внимательно следя за кадрами, которые он снимает. Пока он сосредоточенно оперировал дроном, вдруг на экране появилось нечто удивительное. На одном из ледников медленно появился белый медведь. Это был мощный и величественный зверь, который наблюдал за окружающими его просторами. Джейк был ошеломлен такой неожиданной находкой. Медведь, казалось, ощущал себя как дома на льду. Он перепрыгивал с одного ледника на другой с такой легкостью, словно танцевал на своей собственной сцене. Джейк был настолько зачарован этим зрелищем, что забыл о всем остальном. Он был полностью поглощен наблюдением за медведем и его изящными движениями. Джейк быстро решил, что он должен запечатлеть этот момент. Он повернул беспилотник в нужном направлении. Начал аккуратно снимать медведя. Он хотел передать всю его красоту и силу на фотографиях, чтобы люди могли увидеть, насколько удивительным может быть мир животных. Когда медведь закончил свое представление и исчез в далеких просторах Аляски, Джейк ощутил глубокое удовлетворение. Он знал, что снимки, которые он сделал, будут великолепными. Они подарят людям возможность заглянуть в мир дикой природы и внести свою лепту в сохранение этого удивительного экосистемы. Джейк вернулся в свою студию и начал обработку фотографий. Он тщательно выбрал лучшие кадры, которые позволяли полностью передать красоту медведя и его движений. Когда Джейк закончил работу, он с удовлетворением взглянул на фотографии. Они были великолепными. Снимки Джейка были опубликованы в газетах и журналах по всему миру. Он получил множество положительных отзывов и признаний. Его работы признали одними из лучших в жанре природной фотографии. Для Джейка это был настоящий прорыв в его карьере и подтверждение его таланта. Но для него самое важное было то, что он смог запечатлеть на фотографиях не только красоту ледников Аляски, но и магию момента, когда белый медведь перепрыгивал с ледника на ледник. Это был кадр, который никогда не забудется ни ему, ни тем, кто видел его фотографии. Это был кадр, который наполнил их сердца радостью и удивлением перед великолепием природы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.